Знаете, я уже начал терять надежду на что-то. ССК переносили уже 2 года из-за пандемии. Ну и вот наступил 2022 год. Вроде все хорошо, наступил март. Пояснять, что именно произошло, я не буду, вы и так все знаете. Изначально на фестивале должен был появиться Джонни Джиаэли, вокалист группы Crash 40. Но по понятным причинам он не появился. В следующем году сказали, что он намерен появиться. Но у меня сомнения по этому поводу. Расскажу я вам, как я доехал до Санкт-Петербурга. На самом деле достаточно уютно. В поезде, в купе. Когда я ехал до Питера, было немного тесновато. Коротко о том, как я туда заходил и спал там. Привет, Зос. Можно поспать в комнате отдыха? Конечно, друг. Только в нее нужно заходить, как в старой компьютерной игре. Но главное, надо сидеть неподвижно. Ай, как больно. Ай, как больно. Ай, как больно. Пожалуй, я посплю в другом месте. Ну а когда я уезжал из Санкт-Петербурга, мне даже повезло соседом в купе. Дело в том, что он тоже ехал с ССК. Вот это совпадение, не правда ли? Совпадение? Уверен, нет! Когда я уже пришел на фестиваль, на улице выстроилась очередь. На входе одевали бумажные браслеты. По их цвету можно было определить, какой у тебя билет. Супер, гипер или обычный. Мне вообще... Благодаря этим билетам можно было выходить на улицу в любое время. Еще выдавали артбуки и значки для тех, кто давно покупал билет. И это как бы в награду за терпение. На самом мероприятии было много людей, в том числе и известных. Мефиресу, Филинов, разработчики Sony Commons, Сумочкин, Синдук, хотя его я не видел, может его и не было. Но зато я на следующий день решил зайти в Geek Trip. Это, если что, магазин как раз-таки Синдука. Но его я там тоже не наблюдал. Был зато Сумочкин в этом магазине, но он выглядел очень уставшим. Вокруг него были подписчики. Я поэтому решил его не беспокоить, как и на самом фестивале. Там он, кстати, еще более уставшим выглядел. Даже как-то жалко было его. По нему было видно, что поездка была долгая и непростая. Да и очень довольным его назвать у меня не получалось. Но это уже его история. Наверняка Сумочкин на своем канале выложит ролик на эту тему. Сейчас я расскажу по порядку, как проходил ССК. Что же, поначалу все казалось необычным и захватывающим. Я не спеша посмотрел, что можно поделать. На случай, если люди проголодались неподалеку от выхода, продавали чили-доги. Я не рисковал их есть, уже наслышан был. И еще наливали мутаген. Если хотите стать черепашкой-ниндзя или учителем-крысой, то попробовать можно. На вкус это что-то непонятное. По цвету вроде на тархун похоже. Чуть дальше была небольшая лавка Geek Trip с товарами по Сонику. И рядом еще стенд с комиксами был. Где-то рядом затесался Меф с коллекцией всяких раритетных фигурок и наборов. Чуть левее можно было поиграть в DLC с Соником из LEGO Dimensions. Я вначале хотел попробовать, но так как приставка с этой игрой всего лишь одна была, то и очередь, соответственно, маленькая. Еще чуть левее была арт-зона. Там можно было посидеть, но все места можно было по пальцам пересчитать. Так что это не серьезно. Разумеется, по названию арт-зона легко догадаться, что здесь люди рисуют. Кстати, за нарисованные вами изображения давали наклейки. Главным условием было нарисовать не слишком мелко, чтобы было использовано не менее 2 цветов и, конечно же, чтобы по теме ССК. Дальше уже идет зал с игровыми приставками, на которых люди проходили игры, начиная от классики, заканчивая форсами. Ну и, конечно, как же без соревнований. Было 2 чемпионата.
по Sonic Adventure 2 и Sonic Unleashed. При всем уважении к адвенчерам, ну не люблю я перепроходить эту игру с кучей багов. А вот Unleashed мне доставляет перепроходить, во всяком случае, дневные уровни. Поэтому я готовился к соревнованиям по Sonic Unleashed. Ну и что могу сказать? Готовился я долго, по несколько раз в неделю перепроходил первые акты за дневного Соника. Смотрел в интернете всякие прохождения на ранг S, чтобы это не считалось жульничеством, и мне было бы проще понять. Хотя спидранить там разрешали, но в меру, понятное дело. Всего было 4 этапа. На первом этапе просто игроков подбирали, которые быстро и без проблем проходили. Давались ограничения на 2 смерти и 1 рестарт. И самое главное, прохождение не более чем за 5 минут. В следующих этапах можно было максимум потратить 3 жизни и 1 рестарт. В финале оставалось 2 игрока, ограничений не было по жизням. Там просто кто быстрее придет, тот и победил. Ну что, первый этап у меня не получилось пройти. В принципе, я и не надеялся далеко зайти. Хотел просто понять, насколько я плох. Тут, конечно, интересная ситуация. Начало было в 12:00. Я самым первым заполнил листочек, нужно было написать имя или никнейм, и рядом еще номер телефона, чтобы с тобой могли связаться о начале следующего этапа. Я думал, ну все, народу еще не так много собралось, и меня самое главное запомнили. Ну вот, значит, я сижу, жду, мне выбирают уровень, который всем надо было пройти, и как бы поехали. Весь уровень я шел успешно, без смертей. Быстро и уверенно, но вот где-то на этом моменте сзади меня были каких-то 2 пацана. Они, видимо, давно не виделись, так громко здоровались. Один из них начал очень громко ржать, а это прямо у меня за спиной было. Я только хотел что-то сказать, и они куда-то ушли. Но не потому, что их прогнали, а вот просто так, встретились и пошли вместе. Обычное дело, ничего такого, но вот этот смех позади меня, это очень сильно сбило настрой. И в самом конце я уже начал тупить как-то. Прошел в итоге я на 3.07, ранг Б. Парень, который сидел слева от меня, прошел на 7 секунд позже. Поэтому я как минимум понимал, что могло быть и хуже. Мужик, который записывает, кто за сколько прошел уровень, подошел, записал, сказал, что типа «красавчик, жди звонка, можешь пока что гулять». Я почувствовал какую-то надежду. Сходил, проверил уборную, очень грязно, я и не ожидал чего-то лучшего, но просто как факт говорю. Я поставил звук на полную, чтобы когда звонили, мне все было слышно. Потом я ходил и фоткался с косплеерами. Фотки я, конечно же, не покажу, лицо я скрываю, могу лишь показать фотографии без меня. В целом это было прикольно. Все старались над костюмами. Потом я устал, захотел присесть, и это, пожалуй, самый главный косяк. Сидеть было почти негде. Все удобные места в основном занимали важные люди. Кто-то сидел на подоконнике, кто-то на полу. Я вначале просто прислонился к стене около выхода на улицу. Потом я сел на ступеньки, большинство именно там сидели. Потом их все больше и больше становилось. Вообще,
но сидение на этих самых ступеньках сильно не помогало. Спина болела у меня так, как никогда еще не болела. Моя спина! О, моя спина! И это ведь действительно большой минус. Людям плохо становилось. И это еще повезло, что можно было выйти на улицу и найти, где присесть. Поблизости была только какая-то кафешка, я выпил там чай. Самый лучший чай в Басинце. О, с жасмином, пожалуйста. Скорее, самый холодный чай в Басинце. Какой обманщик. Посидел, в общем, и пошел обратно. Я все еще ждал звонка, так и не дождался. Пришлось подходить и спрашивать, что там со следующим этапом. Мне сказали, что у меня хороший результат, но в десятку лучших не попадает. Мне еще предложили попробовать свои силы во втором адвенчере. Я отказался, потому что я не готовился, и мне как-то стало немного обидно. У игроков, которые прошли в следующий этап, были рекорды где-то за 2.50. Обиднее стало, когда я понял, что когда я тренировался, у меня лучший рекорд был 2.48. Но обычно я где-то за 2.58 проходил. Теперь, я думаю, вы прочувствовали всю боль. Ведь если бы под конец не случилось то, что случилось, возможно, я хотя бы до второго раунда и прошел. Самое обидное было не то, что я вылетел с чемпионата, а то, что я ждал, пока мне позвонят, что-нибудь скажут, да и к тому же ничего на память у меня не осталось с этого чемпионата. Все пропало. У меня ничего нет, кроме воспоминаний. Могли какие-нибудь наклейки, конфеты, бумажку, да хоть что-то за участие. Если кто-то из организаторов ССК это смотрит, я вам просто советую лучше все продумать. Во-первых, понимаете, я мог спокойно заниматься своими делами, но я ждал звонка, потому что мне сказали его ждать. Все можно было исправить лишь одной фразой. Если до такого-то времени мы тебе не позвоним, значит можешь дальше не ждать. И все. Во-вторых, это уже очевидно. Надо было выбрать более подходящее место для проведения чемпионата. Вот сейчас я вам покажу, где что находилось. Вот здесь выступление, здесь выход неподалеку, стенд с комиксами и магазин. Здесь тоже продавали всякие вещи. Посередине большую часть занимает игровой зал, а вот здесь были соревнования. Не было никаких ограждений или еще чего-нибудь. Подходит кто захочет, даже не зная, что там сейчас проходит чемпионат. Ну ладно, люди ходят и смотрят. Ну, когда сзади меня громко смеялся человек, это уже выводит из себя. Понятное дело, он не надо мной смеялся, но это же отвлекает. Чтобы вам было понятнее, объясню, с чем это можно было сравнить. К примеру, вы живете в квартире, хорошей, многокомнатной, но вы ночуете в проходной комнате, ночью пытаетесь уснуть, а через вашу комнату постоянно кто-то ходит, чтобы попасть в туалет, например, или кухню. А люди, которые проходят через эту комнату, еще и хлопают дверями или вообще их не закрывают. Теперь понимаете, к чему я? Просто поменять место проведения чемпионата и все. Например, куда-нибудь в угол, ближе к окну, чтобы жарко не было, людей через вас так много не ходило. При желании можно поставить какую-нибудь небольшую табличку с надписью «Пожалуйста, не мешайте игрокам, здесь идет чемпионат». Ну а лучше, конечно, на этот случай иметь отдельную комнату, в которой люди могли бы спокойно сидеть и играть. Но понятное дело, этого, скорее всего, в следующий раз не будет. Но мечтать не вредно. После того, как я понял, что про чемпионат можно забыть, мне захотелось поиграть во что-нибудь. Я просто ходил и искал свободное место. И нашел. И вы думаете, какая же там игра была? Ведь если там никто не сидел и не играл в нее, значит, это что-то скучное было.
Даю вам время подумать. Сейчас на экране появится выбор ответов, а вы поставите на паузу и напишите в комментариях, что это за игра. Даю подсказку. Эта игра явно не дотягивает до звания «любимый». Время пошло. И правильный вариант — Sonic the Hedgehog 2. Да, любимый назвать я ее не могу, потому что есть Sonic 3 and Knuckles. Даже первый Sonic у меня больше симпатии вызывает, так как с него все началось и переигрывал я его чаще. Ну, в общем, сел поиграть во второго Соника, чтобы передохнуть, ведь сидеть было почти негде, но я уже повторяюсь. Сидел, играл, прошел половину игры, смотрю, а справа от меня сидят две девушки. Они играли в Sonic and the Black Knight. Если вы смотрели мой ролик по этой игре, то знайте, что мне она нравится. Но на самом Nintendo Wii я так и не поиграл. Вначале я пытался через эмулятор играть на клавиатуре, жутко неудобно. Потом на джойстике от Xbox 360. Но вот самим нунчаком у меня так и не получалось поиграть. Я его тогда купил, пытался подключить, Bluetooth его не видит. Купил другой адаптер, какой порекомендовал какой-то мужик из видео. Все равно не помогло. Купил сенсор бар, Bluetooth все еще его не видит. Я тогда забил просто и все. А здесь, на фестивале, я смог поиграть на нем. После второго Соника, конечно. И вот вы уже, наверное, представляете. Человек, который никак не мог подключить нунчак от Nintendo Wii, ждал этого момента годами, и мне не понравилось. Ну, то есть я там вроде как понял, как все там устроено, но мне не зашло. Поначалу трясешь ту хрень так, будто ты что-то непристойно делаешь, а потом просто скучно становится. Скучно, скучно. Все сидишь вот так на престоле, сидишь, а годы идут. Так что я благодарен этому фестивалю за то, что у меня наконец-то появился шанс сыграть на этой штуке. Но обидно, конечно, что я столько денег потратил на вот это в свое время. В 5 часов вечера уже начался финальный этап чемпионата. Я, конечно, решил посмотреть, чем все закончится, чтобы знать, потерял я что-то или нет. Перед тем, как все началось, приставки с джойстиками поставили на двух столах, ведь участников оставалось двое. Это все происходило на большой публике, на месте, где обычно выступление. Ну вот, значит, как будто по команде люди аплодировали, охали, ахали, и все в этом духе. Ах! Определенный. Сейчас кисель лежит по опасной секции на воде. Очень опасное место, потому что любое получение урона — это смерть! Ничего страшного, начнёт с чекпоинта. Чувак, который занимал второе место, сразу видно волновался. Ведь когда парень, занявший первое место, прошел уровень, все начали ему аплодировать. А второй чувак сразу же после этого умер, играя за Соника, а то еще подумайте. Но второму дали шанс допройти уровень до конца, после чего начали вручать призы. В общем, вначале на сцену вызвали пацана, занявшего третье место. Он радовался. Ему вручили артбук, который выдавали бесплатно на входе для тех, кто проходил по старым билетам. Наклейки, которые можно было купить. Еще их бесплатно выдавали в арт-зоне. И вроде в самом конце мероприятия выдавали бесплатно. Ну и хаос-сода ему подарили. Да, классный подарок, если не считать того факта, что ее можно было купить за 300 рублей на этом же фестивале. Ну ладно, подумайте вы, все-таки это призы за третье место.
И вот, значит, на сцену заходит чувак, занявший второе место. Его поздравляют и говорят: «Тебе точно такие же призы». И вот тут мне очень стало жалко чувака. По его лицу было видно, что все старания были зря. Весь смысл, зачем он боролся, был потерян. Он пытался бороться за первое место, но у него не вышло. Чувак стоял на сцене в ожидании какого-то хорошего приза, в отличие от того, что выдавали за третье место. Я запомнил его взгляд. И наконец-то приходит очередь парня, занявшего первое место. На него одевают медаль и поздравляют. Просто медаль. Да, это круто, конечно, но мне кажется, медали можно было выдавать всем. С разницей в том, что одна золотая, другая серебряная и третья бронзовая с логотипом ССК, а на задней стороне медали поздравления. Для каждого разные. Вот как можно было сделать. Но организаторы решили сделать по-другому. Мне очень после этого стало обидно за чувака на втором месте. Если ты это смотришь, знай, что ты заслуживаешь лучшего. Не расстраивайся, ведь самое главное – участие, а не победа. Да и даже несмотря на второе место и такие себе призы, ты все равно победитель. Не за первое место, но победитель, ведь лично я бы не смог спокойно стоять и смотреть на то, что произошло. А ты мужественно выстоял. Молодец. И удачи тебе на следующих соревнованиях. Если будешь, конечно, в них участвовать. После вручения призов начался финальный этап чемпионата по Sonic Adventure 2. Там был финальный уровень за всех персонажей. Я, увидев это, решил не смотреть дальше. Ну, потому что я не люблю этот уровень. Слишком он меня взбесил в свое время. Да и я не участвовал в соревнованиях по второму адвенчеру. В 17:30 обладатели супер и гипер билетов фоткались со всеми косплеерами на фоне. Ну, во всяком случае, с теми, кто остался. Ну и я в том числе фоткался. У меня же был супер билет. Позже я пошел в арт-зону, потом пошел купил себе на память плюшевую игрушку. Вот фотография. Товаров оставалось мало, и из всех возможных игрушек только крольчиха Крим оставалась адекватной. Если хотите что-нибудь купить, я бы посоветовал делать это сразу же. Но думать тоже надо. Но недолго. Самое главное понять, а нужно ли так сильно это вам? Вот я хотел просто адекватный сувенир, который есть не везде, но все-таки за приемлемую цену. Когда я подходил покупать Крим, как говорилось ранее, товаров было маловато. Да и народу тоже не сильно много. Я первым делом спросил, сколько стоит крольчиха, мне ответили, что 500 рублей, и тут я понял, что, скорее всего, под конец цены снизились на все. Так как какую-то прибыль людям надо получить с оставшегося товара, да и народ как-то привлечь надо, ведь большими ценами их не заманишь. Чувак, с которым я ехал в одном купе после ССК, тоже подметил снижение цен. Оставшиеся наклейки в конце вообще выдавали бесплатно, как он сказал мне. Так что, если хотите что-нибудь недорогое купить на следующем ССК, советую ближе к 19:00 подходить и подкупать. В 7 вечера уже начинался небольшой концерт на сцене. Я записывал где-то полтора часа все, а потом я ушел. Так что мне пришлось уйти даже раньше 9. Вначале было исполнение мелодий из игр, не только по Сонику, но еще и по Черепахам от Сеги, и Undertale, ну и по другим играм. И все это под рок-гитару.
Эй, а ну отойди! Это круто было, серьезно, за это респект. Музыку я люблю, а рок так тем более обожаю. Потом начался кавер-концерт с Меатрис. Она выглядела немного уставшей, микрофоны хреново работали, постоянно помехи, музыка слишком громкая, из-за чего само пение почти не было слышно. Короче, я не выдержал и пошел сразу после того, как Меатрис начала петь «I'm all of me». Без обид, но для этой песни явно нужен мужской голос. Эх, как бы все было хорошо, если бы был Джонни Джиаелли. Люди все еще надеются на то, что все наладится, и он приедет в следующем году. Я сам хочу в это верить, но у меня смутные сомнения.
Был бы Джонни, я бы простил все косяки. Но заменить его Миатрис... В общем, я ушел. Спина у меня болела очень долго. До сих пор не могу прийти в себя до конца. Помню, как я вышел после этого концерта на улицу. Для меня все было ярким, в ушах звенело, спина отваливалась. Поэтому, как совет, рекомендую не торчать там весь день. И выходить почаще на улицу. И где-нибудь найти место посидеть полчасика. Прийти в себя, потом вернуться. Знаю, у вас, наверное, осталось впечатление, что я здесь все критикую, но все-таки критиковать организаторов за то, что сидеть было негде вроде как хочется. Но с другой стороны, не надо во всем их винить. Ведь если вы согласились весь день торчать на фестивале, то у вас должно было быть перед походом понимание, на что вы идете. Было достаточно странных людей на мероприятии. Помню, один пацан сидел рядом со мной на ступеньках и что-то бубнил по телефону. А потом резко начал истерично орать так, что это было слышно почти всем. Он, я так понял, потерял какую-то карту, социальную или банковскую. К нему подошел охранник и начал его успокаивать, после чего пацана увели. Вечером вроде объявили, что найдена чья-то карта и, по всей видимости, того пацана. Забрал ли он ее потом, я не знаю. Но лично я бы порекомендовал одному на такие мероприятия не ходить. И даже не только в целях безопасности, но и просто потому, что одному там скучновато. Напоследок хотел бы поблагодарить организаторов за то, что, несмотря на всю ситуацию в мире, они пытаются подарить нам радость и хорошее настроение. Есть над чем работать, конечно, для следующего раза, но они уже и без меня это хорошо понимают. Ставлю оценку 7 из 10. Еще хотел бы поблагодарить мою знакомую, которая нарисовала мне новый дизайн персонажа для этого канала. Я не могу назвать ее имя, ибо она немного застенчивая. Но ей будет понятно, что речь идет про нее. Спасибо. И привет всем. Про застенчивость, пожалуй, в самую точку. Может, я бы и не появилась тут, но стрим наполнил меня решимостью, и я попросилась в видео. Кстати, на стриме было весело. Хоть из-за проблем со связью я была там всего лишь несколько минут. В любом случае, мне понравилось. А шутки комментаторов были особенно прекрасны. Ладненько, на этом моя речь, пожалуй, заканчивается. Думаю, мы еще увидимся. Также хочу поблагодарить всех, кто досмотрел это видео до конца. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и сообщество ВКонтакте. Нажимайте на колокольчик, чтобы новые видео не пропускать. Заглядывайте почаще на вкладку «Сообщество» в YouTube. Да, у меня оно теперь здесь есть. Всем еще раз спасибо и пока.